В рамках стартовавшего в России года семьи в Москве в Мещерском парке в Переделкино состоялся семейный заезд на беговых лыжах. Среди ставших на лыжню учащиеся, их родители и учителя Московской гимназии Переделкино. Единственным учредителем, который является Международный фонд духовного единства народов. Я приветствую всех участников, кто любит активный отдых, зимний особенно, лыжный. Ура! После того, как к началу похода были готовы все разновозрастные участники, посетивший спортивно-семейное мероприятие, президент Международного фонда духовного единства народов Валерий Алексеев приветствовал собравшихся и дал старт заезду. Очень здорово, что мы в самом, так сказать, начале этого года, который объявлен годом семьи, мы делаем такое замечательное событие, которое направлено на укрепление наших семейных традиционных ценности в нашей стране. И спорт, как всегда, укрепляет и здоровье, и отношения в семье. Поехали! С Богом! Дети младших и средних классов гимназии со своими папами и мамами дружно заскользили по лыжне. Им предстояло пройти около 2 километра. Лыжники, поехали дальше! Кто без лыж? Вот по этой дорожке. Как известно, 2024 год объявлен в России годом семьи. Соответствующий указ в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей был подписан президентом России Владимиром Путиным. Раз, два, красота. Отлично! Крепкая семья – залог стабильности и процветания общества. Помощь в укреплении семьи станет программой и в Международном фонде духовного единства народов в наступившем году. Это прекрасно понимают и в гимназии фонда Переделкино. И делают все, чтобы дети и их родители жили в любви и согласии. Мы провели первое мероприятие в рамках той большой программы, которая намечена в рамках этого замечательного года, года семьи. Мы провели спортивные состязания. Вся семья, так сказать, на лыжах. Это лыжные семейные соревнования. И оно доставило очень много радости как детишкам, как учащимся старших, младших классов, так и их родителям. И действительно мы видим, как очень важно заниматься укреплением семьи по всем направлениям. И с точки зрения физической культуры, спорта, искусства, всякого рода инициатив в области творчества. И вот это все вместе, оно укрепляет семью, а стало быть, укрепляет и наше государство. В конце лыжного пути всех ждала чайная поляна с горячим вкусным напитком и пирожками для подкрепления сил. Мягкая зимняя погода, физические упражнения на свежем воздухе в замечательном сосновом бору пришлись всем по душе. Руководство гимназии взятое спортивное направление будет продолжать. Впереди, с наступлением теплого сезона, у ребят и родителей состоится велозаезд.